саженца клематиса крупноцветкового бешчидии. Бешчиди – очень красивый кустарник, быстро и качественно оплетает любые конструкции, максимальная длина плетей достигает 3 метров. Цветет обильно, крупные, около 15-20 см в диаметре, бутоны формируют красивую цветущую стену. Лепестки бледно-розовые, с белой полосой в центре. Цветы выглядят очень нежно и аккуратно. Такой кустарник прекрасно будет смотреться с другими плетущимися растениями, в том числе с почвопокровными. Требует ежегодной обрезки, после чего быстро восстанавливается. Клематис крупноцветковый бешчиди – это многолетнее растение высотой 300 см. Лиана лучше всего подходит для живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола клематис крупноцветковый бешчиди можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый бешчиди в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен в белый, розовый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 14-20 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый бешчиди, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.